Сегодня 24-я годовщина окончания афганской войны. В Афганистане воевало более 4500 жителей Чувашии. 111 из них не вернулись домой. Как отмечают этот день в республике, смотрите далее. Их по сей день называют афганцами. 10 лет они, сменяя друг друга, воевали в чужой стране за чужую идею, одинаково чужие для всех. На 4 стелах мемориала высечены имена воинов, погибших в этой необъявленной войне. У многих пришедших в этом списке друзья, однополчане. В Чебоксарах есть улица Олега Беспалова. Мемориальная доска на доме номер 2 напоминает, что здесь жил воин-интернационалист. Олег Ярославович посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Его имя также носит школа номер 7 города Чебоксары. Я его лично в Афганистане, когда с вертолета привез, ну, раненых, убитых привезли с вертолета, я их загрузил в машину и в морг. Лично, когда раздевали, уже обмыли его там, туда-сюда, в гроб вложили, я на нем сосчитал 42 ранения, там спал, вот его так израсчетило. Хранить память. Только так живые могут отдать свой долг ушедшим, говорят ветераны. Мемориал – это не только памятное место, это символ боевого содружества, который участники войны в Афганистане построили на свои средства, чтобы сохранить в Чувашии частичку военной истории страны. Георгий Казнин, Дмитрий Точилов, Николай Яковлев. Республика.